Подвесная потолочная лампа с управлением голосом, смартфоном и пультом. Распакуем умный светильник от компании E-Light, модель Crystal Pendant Light. Он поставляется в фирменной упаковке вместе с крепежным комплектом. Конструкция включает длинную узкую лампу в геометричном белом корпусе, подвешенную на едва заметных проводах, в свою очередь закрепленных на основании. Светильник размещается на потолке, например, над обеденной зоной. Расстояние между креплениями составляет 38 см. Длину подвесных проводов можно регулировать от половины до 1,5 метра. Лампа длиной 90 см включает 280 светодиодов с суммарной мощностью 33 Вт. Для более эффективного освещения в корпусе расположены пластины отражателя и рассеивателя. Площадь освещения достигает 15 метров. Цветовую температуру можно настроить в широком диапазоне от теплого желтого до нейтрального белого, а световой поток регулируется от 450 до 1700 люмен. Управлять лампой можно при помощи смартфона. Модель оснащена модулями Wi-Fi и Bluetooth. Также доступно голосовое и дистанционное управление. Для последнего придется дополнительно приобрести пульт. Лампа совместима с Яндекс.Алисой и может быть интегрирована в систему умного дома. Что в итоге? Этот стильный подвесной светильник от E-Light имеет стильный дизайн, настройку температуры и светового потока, а также разные способы управления. Он идеально подойдет для размещения над обеденным столом.